В фондах музея-заповедника «Родина Ленина» хранятся пластмассовые граммофонные пластинки. Для воспроизведения звука грампластинок использовались граммофоны, патефоны, в дальнейшем электропроигрыватели и электрофоны. Главным достоинством грампластинки являлось удобство массового тиражирования путем горячей прессовки. Кроме того, грампластинки не подвержены действию электрических и магнитных полей. Недостатками грампластинки является подверженность влиянию изменений температуры и влажности, механическим повреждениям, появлению царапин, а также неизбежному износу.